Edifier TWS-330NB. Многофункциональная гарнитура в компактном кейсе. В этом видео мы распакуем бюджетную TWS-гарнитуру с поддержкой протокола Bluetooth 5.0. Комплект поставки включает наушники, кейс, кабель для зарядки, две пары сменных насадок разного размера и документацию. Сразу отметим, что данная модель продается в различных цветовых оформлениях. Помимо черной версии, также доступны белая, фиолетовая и розовая. Кейс выполнен из пластика и обладает компактными размерами. Снизу вынесен порт для зарядки. Сверху – откидная крышка, которая в закрытом состоянии фиксируется магнитом. Внутри предусмотрены посадочные места для наушников. Наушники оснащены сенсорным управлением и набором микрофонов для реализации гибридной системы активного шумоподавления наушников и микрофона. Также отметим наличие игрового режима, при активации которого снижается задержка в передаче звука во время гейминга. Теперь о технических характеристиках. В наушниках установлены динамические излучатели диаметром 8 мм. Диапазон воспроизводимых частот находится на отрезке от 20 Гц до 20 кГц. Импеданс излучателей составляет 24 Ома, чувствительность 92 дБ. Что касается автономности, в наушниках установлены аккумуляторы емкостью 35 мАч, которые обеспечивают до 5 часов работы в обычном режиме. В кейсе установлен еще один аккумулятор на 350 мАч. От кейса наушники можно зарядить около 4 раз. Сам кейс и наушники заряжаются примерно за 1,5 часа, при этом всего 10 минут зарядки наушников дают целый час работы.